Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, продолжение интервью с пастором Ерканатом Аманжоловым. Сегодня для меня достаточно большую часть моей жизни служение занимает отцовство. Служение отцовства, возвращение сердец отцов их детям. И я не смог не задать моему казахскому другу вопрос об отцовстве. Что он видит под этим? Как он понимает вообще отцовство? Отцовство в принципе и отцовство как духовное отцовство. Это, знаете, это огромная привилегия. И я, Бог, Он такой чудный, я всегда говорю, может, я не стал отцом вот в физическом плане, ну, в смысле, вот именно не участвовал в жизни, так скажем, своего ребенка, то Бог, Он сегодня восполняет эту часть касаемо в виде, ну, учеников. Это, знаете, я как бы всегда стараюсь отходить от этого слова, хотя не всегда получается, но есть оно. То есть в отцовстве и в правильном его понимании есть именно заложена именно вот эта вот часть заботы и любви, проявления, то есть неравнодушие. И это, знаете, такой инструмент, он именно в христианстве, он вообще позволяет правильно выстроить отношения. И если ты сегодня можешь быть отцом, то фактически это все. Я понимаю, да, есть категории людей там, и сегодня и в духовном мире есть тоже там непонятные люди, которые там хотят иметь там какие-то большие там, ну там в сане, в чине в каком-то ходить, в духовной там, то есть восприятие вот этой власти. Но именно отцовство это и есть то, когда я сегодня говорю, допустим, о влиянии. То есть если ты сегодня стал отцом, то ты сегодня имеешь и вот это вот правильное понимание влияния.